Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Hollow Kings, Hollows. Короче, бля, мне вставать скоро уже. Ну чё? Ой, это испытание закрыто для... Окей, окей. Возвращение в войм, сделай взнос и сможешь... Окей, сколько? 800, нормально. Но я чувствую, это будет жопа. Что ж, испытание ждет тебя, пусть в битве. Это будет жопа, я чувствую. Испытание глупца. Традиции за гео и славу глупца. Так, остановить отметку и начать испытание. Это последнее, да, по идее? Окей. В бой. Но он хотя бы не ломается, щит этот, ну, вообще. Сам по себе. Последнее испытание. Так, а слышь, а раньше ты не прыгал. Пипец они тупые снизу, которые были. Ой, это аж V-образные. Я к нему туда не полечу. Дерушки, пускай ко мне летит. Next. Так, а вот это вот я хер не знаю, что сделает. Они как морские ежи просто прыгают. А, они еще и цепляются к стенам. Ого. Ого. Но они... Вот этот почему-то... Блин, я не знаю, насколько он просто будет еще долгий, это... Ой. Нихера себе. Ха-ха-ха.
Ай-яй-яй-яй-яй. А вот это вот был такой момент не очень-то простой. Ни в какой сраку не простой. Так, знаете, о чем я сейчас подумал? Я же все равно в Колизее, да? Поставлю другие. Автоподбор уберу. Это уберу. У меня две ячейки свободных остается. Чаще наносить удары. Ай, блин, нужно еще один убрать. Давайте герб защитника. Попробуем так. Да. Попробуем так. Это последний бой, да, в Колизее стоит? Вальчик хера. Раз, два, три, четыре. Да ты пидорас. Сдохните. Бля. Конечно. Как же без получения урона теперь играть?
Все? А, черви эти. Давай, давай. Дальше. Ой, бля, только не они, ё-моё. Ну? Ай, блин! Thank you.
это пиздец. А как мне? Я там не смогу пройти. Бля. Да уж. Пиздец. Я понял вас. Все. Я ухожу с Колизея, пока. Просто жопа. Я 10 минут потратил в этом Колизее. И ради чего? Ради чего? Я... Я понял, что пускай у меня лучше стоит то, что сейчас стоит. Так я щит не знаю, как правильно, чтоб работал. Чтобы щит правильно работал. Дверь с простым замком. Использовать простой ключ. Да. А когда я здесь был? Осмотреть. Известная певица Мариса. Голос, способный перегнать проблемы и устранить тревожный разум. Долго едем. А, кажется, я здесь еще не был, да? Здесь лавочка есть? Тут источники есть, и лавочка есть. Угу. Давайте я панцирь уберу. Компас поставлю. Так. И осиновик поставлю. Я пускай... А что у меня еще стояло? Нет. Герц-защитник у меня еще стоял. Ну ладно, и пренебрегу этими вещами. Да, тайничок. А, это просто дух. Неупокоенный.
денежки. Так, здесь, да, было что-то. Мини-обходик. Пойти. Да, я здесь был. Я там кто-то коцнул. Так, а есть быстрое перемещение поблизости? Да, есть. Есть, 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 есть. Погнали. Открытый вокзал. Тупые мухи. Так, все. Теперь можно пролететь здесь все. Теперь здесь все можно пролететь. Так, идем. Блин. Да, там мрачненько. Падать. Так, рощи. Денежка, денежка, денежка. Да мне вообще спускаться? Просто куда-то вниз иду. Ай-яй-яй-яй. Ладно, плевать. Тык. Вон трупики вижу. Бездна. Так, с той стороны у меня есть проход. И с этой есть проход. Окей, пойдем сюда. Непонятное место. Трупец завис. Пойдемте в другую сторону. Ох.
Это бездна. Темные руки, темные руки. Понятно, что туда могу пойти. Мне пока время позволяет. Пипец, она тут бесконечная, эта тьма. И главное, что за нее ни хера не дают. Самое обидное. Так, я какой-то свет подрубил. Там что-то было. Не-не-не, я хочу обратно, тихо. Блин, нужно было ниже не спускаться. А, все? Тогда что дольше поднимался? А, там закрыто. Ну погнали в эту бездну. Так, там не пройти из-за этих рук. Теневая накидка. Так, С, чтобы... Все, народ, теперь я тень. Ой. А я могу их убить стоять? Чё туплю? Как мне туда попасть? Я получил теневую накидку эту. О, тихо. Вот оно как. Отпечаток бездны, принявший форму. Поехали. Давайте еще на тьме попробуем наш вот этот удар. А как мне туда попасть? Нет, там.
Где проход? Вот опять. Что это было? Где сдвиг? А как туда попасть? Ладно, давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии я продолжу где-то, я знает где. Ну, короче, пойдем там, где были теневые вот эти барьеры, там, где еще мы не открыли карту, и туда пойдем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. А, короче, ребят, да-да-да-да, я хотел быстро сказать, я прошел сюда. Короче, нужно было просто заранее вот так... Блин. Ну, поняли, меня оно просто зацепило. Вот. Оно нормально делается. Что там было? Там я нашел загадочное яйцо. Вот. Вот это. Загадочное яйцо, таинственное каменное яйцо, сохранившееся с древнего времени еще до зарождения Холнеста. Древность из далекого прошлого – вещь бесполезная, но может заинтересовать тех, кто увлекается историей королевства. Короче, это торговца можно продать за 800. 1200 даже стоять. 1200, где-то 800. Где-то так. Ну да, и все. Всем пока. Народ, мне нужно, короче, дойти до выхода. Поэтому давайте я закончу, когда до лавочки дойду. Тут вот она встретила, чтобы сюжет не пропустить. Призрак, вижу, ты познал место своего рождения и теперь облачился в сущность его тени. И хоть тело наше имеет под собой кожа начала этой части тебе, этой всепоглощающей пустоты по мне нет. Забавно, но именно эта тьма вселяется в меня надежду. В ней живу я, возможно, перемен. Нелегкий путь ждет тебя. Продолжай застой нашего мира или встретиться лицом к лицу с истинной чумой. Истоком чумы. Вот выбор, что и станет перед тобой в конце. Я прошу тебя выбрать путь потруднее, но что бы ни случилось, решать за тобой. Всё, да? Я думаю, будем, наверное, с таким пока что билдом играть. Типа быстрая атака и дальность атаки хорошая. Быстро убивать, ну как на арене вы поняли, на примере арены, оно очень хорошо выносит, поэтому будем таким билдом играть. Ладно, давайте тогда всем, а ну как бездна выглядит хотя бы, вот так бездна выглядит у нас, и всем, о, видите, там да, еще что есть вон внизу, можно будет еще сходить, там где король сидит тут вот, и его посвятить в свои эти удары. Поэтому всем до следующей серии. Всем пока.